Здоров еще раз всем. Всем привет. Уже третье мое подключение за день. Сперва на чужом стриме на канале Гельмана. Типа, потом на Chess.com.ru и теперь со своего канала. Вот. В общем, всем здорово. Спасибо за фоу новым зрителям. Такой Гельман. Вбей в Ютубе радостные шахматы. Вот. Как бы. Стрей и страт. Это зависит. Это зависит от. Короче, мне не нравится твоя постановка вопроса, что этот плохой, этот хороший. Все разные, вот. Но как хочешь. Говорить тебя я не собираюсь. Как по мне, весьма прикольный человек. Вот. Я о нем почти ничего не знаю, вот я с ним познакомился пару дней назад, когда готовились к шоу. И я им помогал в настройках. Морфи, да, здорово. Бор, привет. Догмадо, здравствуй. Так, ну чё? Погнали поиграем. Здорово, Артём. Привет, Гена, ещё раз, да. Так, все, погнали. Вылетел после турнира из 2700. В этих турнирах невозможно держать рейтинг. Но во французской мне сегодня, конечно, накостыляли в матче. Бля, какой. Да. Ну, допустим. Со мной без ферзей. Самим балдой. Трилли следак, конечно. Естественно. Думал, тут шутки. Подполковник Карпов. Настоящая фамилия. Сериал смотрел Карпов? Это с меня рисовали. Иногда удивляюсь, насколько люди верят во все, что ли, блин, шуток не понимают. Здорово, Алексей. Так, не знаю, зачем я отходил слоном, если я хотел пойти А6. История об этом умалчивает. Давай форточку сделаем. Тоже не знаю зачем, потому что конь на G5 не грозил. В общем, серия бессмысленных ходов из разряда нужно передать очередь хода сопернику. Возможно, он сам найдет, как проиграть. Я первый раз на твоем стриме, Маоли. Маоли. Какой-то китайский спортсмен, что ли? Маоли. Ну вот добро пожаловать на мой великолепный, в скобках нет, конь f5 грозит стрим. Я сегодня играл матч, на Chess.com же ты можешь сделать сразу же 50 примувов. Ну не 50, там, я не помню сколько. Я, короче, пытался сделать там то же самое на другом сайте. И понимал, что, блин, если сейчас соперник быстро сделает ход... Я, условно говоря, там, ну, сразу же проигрываю, потому что там-то нет нескольких примувов. Там твой первый примув сбивается, меняется на второй. Вот, не знаю, не уверен, что он правильно себе изолятор поставил. Изо. Я бы в пешечный перешел бы.
Кстати, возможно, ход плохой с моей стороны. Мне, может быть, надо было уже 5 зафиксировать. Да, ошибка. Почему я... Ну, то есть, я знаю, как надо ходить, но не хожу. Это сказочный этот. Вы поняли, кто, да? Вот он самый сказочный. Уже 5 зафиксирую слабость. Привет, поздравляю с победой. Ты прошел в какой-то следующий этап? Нет, я просто выиграл свой матч и все. Зрители просили сыграть матч. Вот. Я сыграл. Пока какого-то ажиотажа не заметил. Типа, ну выиграл матч. Ну добавилось 5 новых фолловеров на YouTube. Я делаю. Так. Классно. Выбора нет. Да, ну я бред какой-то сделал. Сейчас сюда. Ну вроде бы ничья, что ли. То есть... По факту, как я и говорил, данные матчи не приносят никакой пользы для развития моего канала. Просто ноль, ну, понимаете, да? Поэтому я особо и не играю матчи, не вижу смысла. Хорошо, что я не кликнул не на Е2. Это был бы провал. Я мискликнул невозможным ходом. Вот, в принципе, я так понимаю, на следующее подобное шоу меня уже снова пригласят, но, возможно, я в следующий раз откажусь. Как бы тратить весь день еще на техническую подготовку. Я провел на этих стримах, на подготовительных, блин, часа, наверное, 4 своего времени потратил просто. Пока все настраивали. Блин, я где-то все это видел, но я не помню, как тут играть. Привет, сейчас зевнешь. Да, возможно. Не исключаю такую вероятность. Максим Барт, приветствую. На G3-то нет удара. Михаил, что ж ты бросил коня? С победой матча, спасибо. Георг, привет. Почему Щукин? Знаю, сказали Щукин, я сыграл со Щукиным. Как бы, но он, как и я, международный мастер. И мне показался... По нашему матчу, что очень сильный цепкий игрок. Куда донатить на гамбит Мора? Есть два варианта. Первый — бить команду, восклицательный знак чес. А второй вариант — берешь в монитор просто швыряй. И все. Вроде же простая схема. А главное — рабочая. Уйти такой же формат на Твиче. Как я могу замутить такой формат? Воу. Знаешь, сколько надо денег? Я не уверен, что куда-то взлетишь. Это что, ваше сообщение не было опубликовано из-за...
Не знаю, все твои сообщения прошли. Может, баг какой-то, без понятия, сори. Швырнул, монитор не работает. Тогда остается только последний вариант. Да, Алексич, есть такое, поэтому... Самые опытные, они несколько вариантов продумывают, либо думают то, что я могу, то есть то, что зависит исключительно от меня. Допустим, разыграть гамбит Мора я не смогу. Потому что мой соперник не факт, что пойдет первым ходом c5. Так, ну что, лишняя кость. Надо выигрывать у Михаила Маркова из Кыргызстана. А g4 так. Кто такой Мор, спрашивают. Наверное, шахматист был. Был такой, раз в честь него... А! Понимаю. То есть у меня слон стоял на e6. Это уже глюки, да. Уже глюки. Переиграл я на сегодня, видимо. Я его увел и забыл, что я его увел. Поздравляю с блестящей победой соперника. Называется обман зрения. Прирук, найс. Найс, что тебе найс? Вот мне не найс. Но я понимаю, почему это произошло. Я сегодня... Получается, с 15 МСК. Одни шахматы. Да, может быть, подрубать стрим была не лучшая идея. Я думал матч обсудить. Наверное, я не готов сейчас к серьезным каткам. ПРМ, шоу шахматный блогер, пропустил. Ну, типа, мой матч завершился. Я же давал инфу. Начало там было в 18 МСК начинался мой матч. Тем счетом я выиграл 12-6. Спасибо, фэнтези. Точнее, ноу фэнтези. Начинаем окучивать соперника, окружать теплом и заботой. Спасибо за поддержку. Ну давай поддержим стримера тогда. Сыграй любой гамбит на свое усмотрение. Спасибо за поддержку. Любой гамбит. Думаю, с этим я справлюсь. Спасибо за фоу. Игра была очень интересная и боевая, да. Комментатор, ну в этом и прикол был приглашение именно этого комментатора. Так был он очень известный в мире шахмат и... Скажем так, его любят. Гамбит Ильшада, такого, наверное, нету. Сейчас придумаем. Я, к сожалению, в поддавки играю. То есть у меня была абсолютно выигранная позиция. Я зевнул коня. И к серьезной катке не готов. Все. Силы человека не бесконечны.
Другое дело, что позиция была настолько хороша, что даже здесь, может быть, еще не все, далеко не все ясно, несмотря на зевок фигуры. Если ты просто живешь не в МСК, а сельшат по городскому принципу. Морфи, здорово еще раз, да. Оппонент задумался, то есть понимает, что не так все просто. Ну-ка, кого? Шажочек? Че, мата нет, не понял, так не бывает. Ладья d2, слон d2. Блин, опять думать я не могу уже. Чат, что делать? Я не могу думать. Тупо нечем. Взял, шах, ушел. Не вижу мата. Конь d1 можно попробовать. Спасибо за поддержку. Че я считаю? Ладья d2, слон d2, ферзь f3. У меня уже вообще крыша поехала. Подбой просто. Голтушарк, привет, спасибо за 512 сердечком. Благодарю. Я полмиллиона. Я не вижу маты, мне какие-то бредовые мысли, варианты в голову лезут, это очень плохо. Это означает, что я уже все. Кукушка крякнула, видели, что я считал? Ладья d2 и ферзь f3. Это же просто гениально. Да, короче, сорян, не готов играть на счет. Надо убрать, чтобы не позориться. Блин, вчера выиграл матч. Реально, я просто вообще, я просто плыву. Так, сейчас гамбит надо придумать, чтобы еще одну, чтобы вклеили. Привет, надеюсь, тут хотя бы не забанят. Вообще, на твоем месте я бы сменил бы ник. Сказать Кракена, не-не-не, никаких вестов сегодня, вы чё? Неплохо играть в покер и смотреть фоном. Так и делают все. Играют в покер и смотрят фоном. Так. Да, я просто в поддавки играю. Гамбит. Ну это наверное, Е4 надо первым ходом. Блин, я могу взять ферзевый гамбит, это же гамбит. Точно. О, мы черненькими фигурами. Подчеркиваю, фигурами. Давайте вальга гамбит, если получится. Хорош. Блин. Он не дает разыграть. А, вот, есть же гамбит. Гамбит на месте. Я, правда, не помню, как называется чат. Че ж ты за человек-то такой, а? Что с тобой не так? Почему ты так себя ведешь? Я не пойму. Он не дает разыграть гамбит, и все. Не получилось. А уже была идея гамбита в голове. Жо 3. Ницауми М и Жо. Кто помнит, из какого фильма фраза? М это Мордовия, а Жо... Изенгард. А почему Жо? Для конспирации, чтобы никто не догадался. Ческом пишет начало дебюта. Я в курсе, а толку-то? Хотел разыграть гамбит, не дали. Я не знаю, можно брать пешку? Гамбит коня, короче. Ты мне даже гамбит разыграть не может. Блин, соперники не дают. Бриллиантовая нога, нет.
Мобилы как задонатить? Ну, вбиваешь восклицательный знак донат. И ссылка, все. По идее, так это должно работать. Вот, типа, я так понимаю, что это выглядит примерно так. Донателло. То есть вбиваешь Донателло, и все. Пешка лишняя, но не так все просто. Давит меня интеллектом соперником. Морфи Донате. Но я вообще согласен, что нужно создать много всяких этих фишек. Не то помечено на карте М и Жо. Так это понятно. Там я же продолжил фразу, говорю, М это Мордовия, а Жо Изенгард. Возвращение. Нет, Визу, ты путаешь части. По-моему, подожди, или я путаю? Не-не-не, это две сорванные башни. Да, это в переводе гоблина «Властелин колец». Две сорванные башни. По-моему, это не возвращение короля. Донателло, который пиццу любил? Ну да, который с этой, с палкой. Палка-копалка у него была. Миша, привет, тебя сегодня в Швеции смотрят. А что такое Швеция? Я понимаю, что это, видимо, Швеция, но почему в слове Швеция 15 ошибок? Непорядок. Швыдче, швыдче. Нет, я не смотрел такой фильм. Но остались без пехотинца. Усилием, так сказать, своей блестящей игры остались без пехотинца, но, по идее, должна позиция держаться. Пешку Б тяжело толкать. У меня ясный план игры. Посмотрим, хватит ли техники сделать ничью. Не, ну раз меня в Швеции смотрят, то вообще супер. Блин, я не могу на взятие брать королем, потому что шах и без ладьи. Это была плохая новость. Давайте связочку сделаем. Связоч. Теперь могу. Слон c5 бессмысленный из-за ладья d3. Ага, брать не могу из-за шаха. Ну ты какая, а? Отменяем пару пешек. Сразу же говорю, что на ничью согласен. Бить флаг. Готов не бить флаг сопернику. Если он тут сейчас предлагает, я соглашусь. Ну, объективно, на доске, наверное, ничья легкая. Тяжело усилить позицию. А может и не легкая. Может быть, тяжелая. А может и не ничья. Ста. Не, ну должна быть ничья. Просто стоим. Техники хватило. Спастись. Не получилось, что ли? Ну, видимо, нет. Давай, ну теперь это точно гамбит. Так это не от меня зависит. Я старался, я пытался разыграть два вида гамбита. Но соперник отклонился от обоих. Сейчас постараемся, конечно. О! Ну, славянская защита, но! Если промотать стрим, там будет написано ферзевый гамбит. Гамбит на месте, отдаю пешку, кстати.
Давайте в Ботвинника. Правда, нифига там ничего не знаю. Давайте, московский вариант. Вообще ничего не знаю, но гамбит жесткий. Все, гамбит на месте. Сделан. Теперь начинаем думать, а зачем, то есть, и что дальше делать. Что делать и кто виноват? Давайте b3 подорвем, что ли, я не знаю, может быть так. А может ферзем надо брать, а может быть пешкой. Без понятия. В этой позиции я не волокитен. То бишь не волоку, что происходит. Как же он меня прессует, а? Какой же он жесткий. Отдал пешку и темп. Я тут много чего отдал. Я уже две пешки пожертвовал. Опа! Сюда. Соперник это сделал вид, что так и планировалось. И как ни в чем не бывало, борьба продолжается. В этом. В партере. Или в партере. А ведь мы с ним коллеги, он тоже стример сайта Chess.com. Видите? Как меня уважают на этом сайте, обратите внимание. Написали, что донат получен. Так. Все верно. Морфи. Вижу твой донат. Сори, он не озвучился, какая-то ошибка, но... Главное, что ты смог. Просто миллион, поддержал на миллион и написал отличные стримы. Спасибо, Морфи, за поддержку, благодарю. Как там говорят, от души душевно в душу, да? Кстати, с этим челиком будет последняя партия, я вот не понимаю. Вот он сейчас сидит, возможно, стримит. У него даже персонал написано. Я даже забанить его не могу в чат. Нет такой кнопки, то есть он... Как бы, ну, став твича, ой, твича, Chess.com, ну зачем играть эту позицию? Смысл? Не-не-не. Из ферзей, пожалуйста. Некрасиво просто. Пешка на g4 можно убить? Не, не готов. Гамбит привел выигрышу ферзя, назовем гамбита Ушенкова. Раньше была такая приколюха. Типа, я играл так, по 30 секунд, и это назвали гамбит имени меня. При следующем ходом я ходил так и бил на f7, на прямовых. Это меня заставили турниры играть по 30 секунд. То есть, турнир заставили играть по 30 секунд, или по 15. 4 часа, я третье место занял, хотя я с таким контролем, ну, абсолютно никакой. Так, поиск ведется. А, спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Почему дебют Ильшада 500 рублей? Потому что это сокровенная тайна, это знание. Это просто бомба, понимаешь? Если я покажу дебют Ильшада, то люди сразу же начнут выигрывать автоматически. И это нечестно по отношению к соперникам, поэтому данный дебют отдельно выделен. В иерархии дебютов. А в чем смысл? Там по 15 секунд. Просто подумай. Просто подумай. В чем может быть смысл? У тебя 15 секунд на часах. Неважно, как ты играешь. Важно только одно. Сбить сопернику флаг первому. И когда ты вот так играешь, соперник может дрогнуть раз... потратить золотые секунды, а во-вторых, он может, просто играя так же на прямовых, то есть ходы заранее, просто все тебе отдать. Ну или ты все отдать. Ну вот такой контроль, смысла нет. Шумер, приветствую, Шумер. Как матч удалось посмотреть? За флаг российский?
соперника Бразилия. А, кстати, он гроссмейстер, я только сейчас понял. Играю с гроссмейстером. И, видимо, я не лучшим образом разыграл дебют. Кстати. Насчет титульного вторника. Поставлю плашку. Я помню, мы там договаривали. Ну, по крайней мере, я обещал зрителям, что все, что... Да, ну тут безнадежно. Ферзь g4, конь e7, ферзь d7. Я не вышел из дебюта, нужно посмотреть, что я неправильно сделал. Эта партия не войдет в историю, как великое творение мое. Нет, только прибыл, я смотрел Дискорд. А, понял. В общем, матч выиграл. Что с точки зрения стримерства не принесло ничего по факту. То есть народ говорит хайп, прочее. Не знаю, 10 новых фолловеров вроде бы. Хотя, казалось бы, 30-тысячный канал Гельмана. Там полторы... Спасибо за поддержку. 1500 зрителей. Я думал, блин, ну может быть хотя бы сотни новых фолловеров на Ютубе. Или новые зрители на Твиче. Нет, ничего. Ладно. Давай еще раз кину в монитор деньгами. Давай дебют Эльшада Дропсип. Алексич, я не пойму. Ты что, олигарх, что ли? Я понимаю, почему ты стримить бросил. Нафига стримить, если... Только бабок. Дебют Эльшада? Ну, покажу сейчас. Но это будет страшно. Спасибо за поддержку, благодарю. Нет, просто стримера хорошего не поддержать. Это, я так понимаю, пега, да? Ну, спасибо за добрые слова. Я польщен. Без фигуры остались, но, неожиданно мат грозит. Ну, не мат, шах грозит, окей, шах грозит. Ну, кстати, пешка есть, и... Может, он как-то запутается в показаниях? Как бы Пейпегу и Фиус Гудман путать. Ну, бас на стримере. Да, я такой. Я же не old. Я не new. New, как это говорят? New fact, да? Понял, Алексеич, спасибо. Настроение хорошее, это хорошо. Блин. Ай, блин. Тут тяжело. Я не вышел из дебюта против Элефанта. Элефант оказался жесткий. Сейчас посмотрю, что я неправильно сделал в дебюте, и потом дебют Эльшада. Так, Пипегу, короче, перепутали. Миша, верни Ганникусу. Че, уа, можно на это, не на украинском? Я не размовляю на мове, на вашей ссоре. Я ничего не понял, короче. Кого вернуть? Куда? Последняя психическая атака не прошла. Нет, чел, что ты со мной делаешь? Так, сейчас, секунду, я хочу глянуть, что я не так сделал в дебюте. Вот этот вариант с конь b3, он меня бесит, кстати. Серьезно.
Снижение в прямом эфире. Смотрю, как правильно играть было. Типа тренируюсь, не знаю к чему, правда. Я такой думал, буду думал к матчу готовиться. Типа думаю, теорию посмотрю. Вообще ничего не сделал к сегодняшнему матчу. Просто ноль. С4 профессионалы играют, а в чем тут кайф? Позиции забитые. Не, мне не нравится. Если тут нет какой-то жести, то мне С4 априори не нравится ход. Тогда альтернатива бить CD, да? Вот коняшкой работать. И вот это может и ничего позиция. Развиваться просто в детстве, да? Надо было. Хуже явно. Явно хуже. Я вообще какую-то чушь разыграл. B6 какой-то. Фу. Какая защита лучше, французский или каракан? Я думаю, французская хуже гораздо. Каракан гораздо лучше. Но там и знаний надо гораздо больше. И вот что делать после конь B3? Я всегда считал, что надо сдаваться просто после этого хода. Ну, серьезно. Все играют C4. А в чем радость? Вынесут тебя вперед ногами после F5 рано или поздно. Или какие-то есть тут. Комп считает, что нормальная поза. Не знаю, я смотрю на позицию, хочется сдаться. Сейчас F5 и до свидания. Самому F5 или F6, потом слона переводить и... Ну, может быть, не знаю. Короче, французская опровергнута была только что. Поехали, дебют Альшада. Сейчас будет жесть. Что смысл вторую играть? Я не знаю дебют, у меня нет времени учить дебюты. В этом проблема. И самое главное, нет желания их учить. То есть с топ-игроками на высоком уровне у меня проблема в дебюте. Играют я нормально в целом. Ну, не сейчас, в целом. Артемишева. Миша, тягни, Я не понимаю. Не понимаю. А Миша верный Ганикусу всегда с ним. Перевод. А, понял. За черных бы. Да можно и за белых. Какая разница. Уважаемый Twitch, это шахматные термины. Не надо меня банить, блин. Ту-ту-ту. Партия ищется, ждем. Да блин, не ищется. Сбросим и заново. О, сразу же на. Блин, блиц-стрим. Запоминаем, господа, запоминаем. G5 брать нельзя из-за шаха. И без слона. Какой-то улучшенный Ильшат, что ли? Я не хотел с ним играть, потому что он без ферзя гонял в той партии. Но ладно. Сейчас соперника днем с огнем не сыщешь. Вот в этом идея Эльшада дебюта. Я, правда, не знаю, что дальше делать, но будем импровизировать. Уже, похоже, доимпровизировался до минус пешки, да? Вообще, насколько я знаю, ее отдают, но я просто не понимаю, за что и зачем. И почему, самое главное. Опа, ля какой. Сюда! А! Дебют Эльшада не контрится. Вот и все. Что за звание у соперника? Национальный мастер. Все, дебют Эльшада. Рак 20, я понимаю. Я понимаю твое негодование. Напиши, пожалуйста, письмо в шахматную федерацию. ФИДЕ называется. ФИДЕ. И напиши, что тебе не нравится. Возможно, для тебя они сделают исключение и переименуют фигуры.
Ты там сразу же укажи, какой бы вариант ты хотел. Ну, блин, он на меня нападает, кстати. Мне это не нравится. Так, а если все-таки возьму ДЕ, стоп. Стопэ. Бэкнусь пока на Е6. Приструню пешку. На Е5, может быть, не, ну, то есть где-то грожу. Присвоение не мог брать тоже. Массовый перебой и мат. Сейчас уже где-то могу забрать. Без коня на F8 мечтается за дебют Ильшада. Не надо тут ля-ля-ля. Я у Ильшада матч, между прочим, выиграл. Я знаю, что такое Ильшат. И с чем его едят. Напал на мат, кстати. Пуживой мат грозит сопернику. Как я говорил, секретное оружие. Можно любого оппонента запинать. За что дают звания? Ну, ты их выполняешь в реальной игре. То есть в суровой реальной катке. А так без ферзя, кстати, держу в курсе. И сдался. Ну, можем повторить. Знаете такой лозунг, да? Можем повторить. Показываю последний раз. Сейчас будет идеальный Эльшад. Манифик Эльшад. Вы понимаете, о чем я? Он не пускает коня, кстати. Но это нечестно, это какой-то абузер. Он абузит Эльшада. Ладно, пошли вперед, на пофиг. Лень считать. Пойду ферзем куда-нибудь там. Разберемся. Опа! А не без фигуры ли? Ну, F4. А, шах же. Все, я понял, я нуб. Сори, я нуб. Специально признаюсь. Но нормально, это жертва была на самом деле. Я прям уже подумал, что вот он, наш клиент. Лечим по фотографиям. Там PFCED, кстати, если ты еще здесь, ты спрашивал насчет, играл ли я в Таркова. Нет, не играл, мне игра не нравится. Не мой формат. Да-да-да, это давно было. Я хотел ответить, но что-то отвлекся. Тарков мне не подходит. То есть мне нравится папка, но Спасибо за поддержку. только по одной причине. Это стрельба уникальная. Go to Shark. Поддержал на 50, кстати, впервые в карьере. Интересно, что бы это значило. Фейк? Сори, оно не озвучивается. А, дебют неплохо, Ильшат тащит. Все, понял. Благодарю. Дебют неплохо, Ильшат тащит. Все. Я в курсе, я же сказал, что имба, не контрящиеся. Здесь я, скорее всего, проиграю. Он, по крайней мере, позиция тяжеляк. На так из последних сил конь F3 находится, чтобы сразу же не сдаться. Иначе была бы сразу же ГГ. Ну и тут, в принципе, тяжело. Пешки нет, зато стоим хуже. Понимаете, о чем я? Пехотинца-то верни, а, хотя бы. Разбийник. Верни пехотинца, разбийник. Вот такая вот редиска.
Не, я знаю PFC-ед. Я смотрел некоторые стримы того же величайшего смотрел. Ну просто Джуса смотрел по Escape from Tarkov. Я не думаю, что я поменяю мнение. Не потому что игра плохая, а потому что мне не нравится вот, ну, сама идея. Вот там что-то бегаешь. Что-то очень много каких-то кнопок. Я пожилой человек, ну какие кнопки? Серьезно. Привет, сегодня опять шахматы или что-то нормальное будет? Боюсь тебя разочаровать, но нет, сегодня опять шахматы, нормального ничего не будет. Приходи 5-го, может быть, Red Dead Redemption. Но не факт. То есть не обещаю ничего. Человек измученный на... кем? А, я подумал, Рамзаном. В общем, я пошел в психическую атаку, чат. Как матросы на зебрах. Король H8. Есть такая буква в этом алфавите. А так. Ну-ка. Чат, ну согласитесь, что я гений. Плюс чат, кто согласен. Ладья G8. Чел просто офигел. И неожиданно приходится закрываться ферзем. А это уже совсем другой коленкор. Тут мы еще повоюем. Я надеюсь, по крайней мере. Или не повоюем. Так, ладно, я должен давать шах. Я должен давать шах. Ну, будем пытаться зашаховать его полностью. А где шахи? Так, ладно, пока отступили. Кстати, этот ход нужно было сразу же делать. А не ерундой маяться, Михаил. Коров доил. Блин, пад что ли был? Стоп, 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 я чё, идиот? Так. Или нет пата? Не, пата нет. Привет, классный матч смотрел и до шикарной, от и до шикарная защита во французской. Ага, я аж первые две партии проиграл, настолько она шикарная. Не, если он бьет ладью, пад, ничья, мне некуда ходить. В том-то идея, что бешеный ферзь не получается, нету ничьей. Последняя надежда так, что возьмет ладью и пад. Здорово, граф. Но он бьет королем, у меня есть ход. Я был близок к тому, чтобы быть близок сопернику. В общем, Эльшаду рознь. Не, пешку нельзя было съесть, шумер. Там проигрывал. Я почти замутил ладья BGC. Почти. То есть совершенно безнадежной позиции я нашел этот ресурс. К сожалению, пешку, если брать, то легкий ноль. Не успеваю ничего. Привет, Михаил. Привет, боты. Не, сегодня нет ботов, это все реальные зрители. Один из игроков полностью контролировал ход партии. Соглашение. Что такое вечный шах? Ну, шах, ты знаешь, что такое? Нападение на короля. А вечный значит постоянный.
Я написал, что пил успокоительное. Понял. Спасибо за фоллоу. Сорян, да почему сорян? Просил, ответил. Мне несложно иногда ответить. Ты теряешь ладью. Я не терял, я жертву, ее нельзя было брать. Ну, в смысле там. Нормальный матч, соперник был малоизвестный, но в Питере достаточно известный. И по рейтингу достаточно сильный. Вообще, начальный рейтинг у меня был 2450, а у него там, за 2600. Так-то. Водочку пьешь? Конечно. Водочкой только живем. Ты песню Круга не слышал? Водочку льем называется. Кстати, не пропагандирую, не одобряю. Не рекомендую, не советую. И, конечно, осуждаю. Все необходимые слова сказаны. Можно наливать. Нет ли такой оплеухи? Погнали прочекать. Погнали чекать чат. Напали на ферзя и на слона. Промеж уточный. И сюда. Это должно быть с перевесом. По идее, это должно быть с плюсиком четким. Слабостей много у соперника. Ну, такой небольшой, но плюсик стопроцентный есть. Теперь про b5 может забыть. Сланчелло установим вот сюда. Сделаем связку. Оттянем батю в здание. Не, ну возможно ничья. Но я думаю, ему придется постараться. Давайте пока прицелимся. Он короля перекидывает. Окей, пока двигаем. Движение вниз. Вперед. Хочет ладью активировать. Ладно, я пока запихаю пешку. Туда ее. Поглубже. И попытаемся через f5. Мне бы королем вот туда вот протиснуться. Тогда он пожалеет, чтоб шахматы начал играть. Много ли пьют шахматисты на турнирах? Очень много. Мне кажется, зря он разменял эти пешки. Теперь моя ладья стоит идеально. Крепляет пешку Б, и король готов вторгаться. А, чего вы не сказали, что захват не тот, кстати? Чатик. Ну вы и нубасы. Не знаю, на чем он думает. F6 единственный ход. Значит, надо просто сдаваться. Ну, f6, видимо, проигрывает взял-взял h7. Ай, ну ладья. Стоп, там ладья e8, да? Так. Особо нубасен. Долго думал. Тоже он мог не видеть там h7. Ладья e8 с угрозой ладья h8. g5. Короче, надо, наверное, идти вот на эту позу. Ладья h1 нельзя из-за ладья h5 перекрышка, но он даже об этом не думает. Ну, у ладья e8 были прикольные варианты, я покажу после партии. Тут, по-моему, ладья h5 под бой красиво выигрывает и ферзь перекрытие. Я тут один сижу, ничего не знаю, в смысле граф. Он сразу же сдался, но вот здесь вот более интересный вариант, но, по-моему, я выигрываю. Да, это надо было играть в ладья e8. Теперь я собирался ходить g5. На f5 ладья бьет f5. На взятие g6. Пешки проходят. Вот, а если он играет ладья h8, я бью, он бьет, и я король g5, проникаю, ферзь проходит. В принципе, тоже выиграно. Ну а основа, да, основа катки это ладья h1, ладья h5. Такой симпатичный швиндель.
Перекрываем ферзь, прошу. Граф, как же ты один сидишь, когда ты со мной? В чате? Нет, ты не один. С нами. Привет, Аонса, поздравляю с победой в сегодняшнем матче. Ты уже смотрел повтор с комментариями Гельмана? Куда? Я после своего матча пошел стримить призовую арену на Chess.ru в этом канале. А потом сразу же подрубил со своего. Так что не смотрел и сегодня, наверное, смотреть не буду. Разбора партии матча не будет или только под заказ? Ну, наверное, не будет. Очень много времени тратить. Вас и там, и тут передают, бывает. Ну-ка, с этого места поподробнее ссылочку в чат. Граф, ты же есть в Дискорде. Зайди в Дискорд, там все написано. Или ты ушел из нашего Дискорда? Видно стало, да? Да точно был, я помню, ты сообщение присылал там. Спасите, Good Game. Стал чемпионом? Не, я выиграл свой матч у международного мастера. Поднял кучу рейтинга и так далее. Смотреть можно на канале «Радостные шахматы». Вот ссылочку, где сможете посмотреть матч. Короче, в Discord запульнул ссылку, где можно посмотреть мой матч и другие. А я про СО? Я не знаю, я не слежу. Гельман восхищался многими решениями. Ну, я польщен. Да не, ну я плохо играл. Я же рассказывал сегодня. Во-первых, сайт не тот. Я просто отвык играть там. Я сыграл, ну дай бог, партии 20 за год. То есть, а поиграть, потренироваться, ну, естественно, у меня нет такой опции. Потом эти разные контроли. В одной партии у меня была куча лишней материи, но я был уверен, что у нас есть добавка времени. Когда мне нарисовало 0, я такой жду, ну сейчас добавят же 2 секунды, а там 0. И тут до меня доходит, контроль же сменился, 3 плюс 0. Вот, и прочее. То есть, поэтому... Игра была отвратительная, то есть я могу играть, наверное, ну, раза в 3 сильнее, как минимум. Пару зевков, пару просто там каких-то случайных поражений. Поэтому... Кто-то думает, я выиграл матч, я не из их числа. Мне не понравилось то, как я играл. Рассел, здорово. Пингвин, привет еще раз. Партия с Цупцвангом все равно огонь была. Ну. Раз понравилось, ну, так, ну, как бы, в целом играл плохо. Как бы. Если брать в общем. Если, как говорится, делать по-большому. Классный матч был. Спасибо. Сорян, завтра на учебу времени нет, много смотреть. Ужасно. Как теперь с этим жить? Мне понравилось, что много партий бы ротативных, мало ничьих и что-то... Ну, у меня вообще всегда мало ничьих.
Я не знаю такого слова, как ничья. Из-за этого проигрываю постоянно, кстати. А насчет тильта, я, в принципе, очень тильтоустойчивый. И не знаю, что должно случиться, чтобы я поплыл. Я достаточно закаленный боец. Ты понимаешь, о чем я. Понял? Я говорю, что не надо извиняться, если не можешь смотреть стрим. Тебя тут же не насильно держат. Лоу. Ты не на зарплате, поэтому... А, говорят, завтра выходной. Так, сегодня же день народного единства или завтра? Поэтому да, вроде бы завтра выходной должен быть. Пали на шашку. Более того, съели ее. Ня! А ты точно правильно играешь? Человек. Человек! Спасибо за фоу. Нале? Кей из Украины. А. У тебя же не написано, что ты из Украины. Теперь будем знать. Не знал, что в Украине водятся пингвины, кстати. Нельзя было брать там шах и без ладьи. Все, матчей больше не будет. Наверное, все. Знакомо выражение хорошего понемножку. Все, что нужно сделать моему сопернику, это просто предложить ничью. Просто предложи ничью, алло. Пока флаг не уронил. Ну, чат, я бессилен. Просто нажми кнопку ничья, и я согласился. Все. Повторять ходы ты же мог? Ну, мог в теории. Ну, а кто мешает ничью предложить? И выяснить, своуч я или нет. Буду ли я играть на время или нет. Может, мне еще самому ничью предложить? Попросить, так сказать. Чувак, у тебя 5 секунд? Давай я тебе предложу ничью, раз ты не можешь предложить. Может, так надо? Ну, предлагать... Я вообще не люблю предлагать ничьи. У меня нет такой опции, я еще раз объясняю. Я считаю, что, как бы, особенно играя в Блиц, ну, нафига я тут сижу, чтобы ничьи предлагать? Зачем? Тогда проще не играть. У меня половина проигрышей, потому что я не могу остановиться. Замазка, двигатель катушки. Думаю, понимаешь, о чем я. У него не было времени, чтобы ничью предложить. Ладно, там одно нажатие. И пойми, если просто ходить, то он точно уронит флаг. То есть без предложения ничьи. Ну не буду я предлагать, мне нет резона. Предлагать не надо, можно повторять ходы. Нет, надо учить. Понимаешь, это был бесплатный урок человеку. Бесплатный.
Он им не воспользовался. Значит, в другой раз. Мы вам обязательно перезвоним в другой раз. Не, с добавкой играть читеров будет слишком много. Я больше минуты кнопку ничьи искал. Надо выучить, где она. Я же говорю, это урок. Спасибо за фоллоу. Всему надо учиться, как говорится. Для этого вы и в школу ходите. Похоже, ГГ там на 8 висит. Нашелся единственный ход, к сожалению. Может быть, это не ГГ. Блин, нашелся ход. Вот счастливчик, а. Ладно, внедряемся на Е6. Перевес огромный, стратегический конь шикарен. Турель тут смотрит. Слонятка руляет. Так, куда это? Одиссей собрался. Ну-ка, брысь под лавку. Ну, я бью, и ладья Б1. Вроде должен в конце вариантов остаться с лишней пехотой. Атак, так. Атак, шах, и потом ЕФ. Крепляя коня. Кровопролитие. Песня такая. Пехота лишняя, дорога дальняя. Есть такая песня, чат? Пехота лишняя, дорога дальняя. Откуда вы знаете, что рэп слушаете? И как выигрывать такую позицию? Пока что-то я не понял. Может, за счет отдаленной проходной удастся что-то подмутить. Ладно, гоу, бьем, бьем. Пытаюсь создать отдаленку. Вряд ли он к этим пешкам успеет, не верю. Пошла. Так, взял. Пошла. Так, еще есть возможность сделать ничью ходом король Е2. Но вроде бы G5 и H5. Теперь должен пройти шахом. Классический. Классика, чат. Классика на, в деле, скиуха на пределе. Шах. Именно не брать HG, тогда была бы рыбака. Только так. Только так. Ты ничего не понял, да? Бывает. Хочешь сыграть еще раз? Да ну хватит уж. Хорошего понемножку. О, шорт. Нейнджел шорт. Вспоминал я сегодня его... Нет, вчера. Вчера, да, вспоминал. Великий Нейнджел.
Не понял, где Counter-Strike. А фиг его знает, где он. У Дрейниса, я думаю. Попробуй чекнуть у Дрейниса. Есть подозрение, что КС у него сейчас. Вот, но я думаю, что это, наверное, будет последняя партия, если не будет каких-то предложений, потому что я наигрался сегодня на высоком уровне. Давайте вклеим шорту напоследок. Б7. РСБ7, если рискнуть. А по-другому шорту не вклеить, только если рисковать. Давай сюда ладью. Так, и опять я хотел бы. Он сам пойдет опять, к сожалению, потому что игрок сильный. К сожалению, игрок сильный, поэтому он сам пойдет опять. Так, бьем, и ферзь b6 неожиданно. Опа, сюда! Тортик. А, фу, блин, там конь. Я говорю, у меня уже крыша едет, я просто слишком вымотан. Я хотел пойти ферзем сюда, типа двойной удар, но там конь. Я официально заявляю, что я туповат. Это официальная информация. Немножечко туповат. Сейчас мат будет ставить, видимо, через G5 где-то. Опять. Да ну, блин, сильный игрок, ничего вообще. Ничего не скажешь. Игрок силен. Силен бродяга. Я думаю, у адебют Е3 рано или поздно последует. Сказал я и последовал этот удар. Да, ну, блин, я играю в поддавки. То есть я вижу ход ладья Е3, но не защищаюсь от него. Не могу уже в тем. Дай его дебет G3 еще для укрепления. Просто защити, не дай нанести удар, и все в порядке. Это конец. GG. Ты же видишь удар. Ну, пойди ферзь D2 там. Пойди ладья А3. Просто защитись. Почему я играю, не думаю? Потому что я устал слишком. Такие вот пирожки. Так, ну что, у матросов нет вопросов, я так понял. Завершился наш вечер. Маттетыч прошел успешно. Вот, участие в следующем, не знаю, наверное, все-таки не буду больше играть. Не вижу смысла. Сейчас зайду на статистику. Stalblade. Да? По оверу за последние 30 дней. Плюс 10 на ютубе. Да, матч зашел на ура. Друзья, спасибо за просмотр. Спасибо за уютный чатик. Спасибо за поддержку. Сейчас я посмотрю, куда вас отправить. Так... Так. О! Я знаю, вы любите. Сейчас мы вам выберем какую-нибудь красотку. Или мужика вам лучше. Вот не знаю, кто такая, первый раз вижу. Осы что-то написано. Давайте к ней отправим. Так сказать, будем продвигать народ.
Все, всем спасибо, всем пока. Насчет стрима завтра, следите за анонсами в Дискорде. Собственно говоря, вот вам ссылочки, чтобы ничего не пропустить. Забыл, как пишется Дискорд. Да, вот так. Вот так.